избежал жертв. Двигаясь по улице Гагарина, водитель автомобиля, чтобы не сбить внезапно выбежавшего на проезжую часть пешехода и в то же время не столкнуться со встречной машиной, резко затормозил, одновременно повернув влево, в результате чего вылетел с проезжей части в арык. В арыке оказались два боковых колеса. Водитель автомобиля, пытаясь спасти других, сам подверг опасности свою жизнь. К счастью, обошлось без жертв. Счастливчик от комментария воздержался.